Мы выбираем, нас выбирают. Как это часто не совпадает. Или так и должно быть до поры до времени. Верна ли теория двух половинок? Правда ли, что природа изначально определила каждому из нас партнера и от нас уже ничего не зависит? Сегодня поговорим о стереотипах и идеалах. Как найти пару и как перестать выбирать не тех. Это программа «Разговор по душам». Я Галина Топилина. Здравствуйте. А в гостях у нас психолог, старший преподаватель кафедры социальной психологии Самарского университета Ольга Галкина. Ольга Александровна, здравствуйте. Здравствуйте, Галина. Для начала немного статистики. Мне встретилась информация о том, что в России 40% одиноких людей. Эксперты это связывают, ну, с ранней сепарацией, когда молодые люди уходят из родительской семьи, начинают строить карьеру, свою жизнь, не задумываясь о продолжении рода, о создании семьи. И вроде как это нормально, да, в современном мире. Но, с другой стороны, эксперты видят такую тенденцию, что люди хотят быть одни, потому что отношения, они отнимают какие-то ресурсы, и людям не хочется вот в это вот погружаться, окунаться, а хочется все на себя, все, все блага жизни и цивилизации все на себя принимать. Ну, какая-то безрадостная статистика. Ну, вообще, так ли это, Ольга Александровна? Я могу сказать только одно, что вот эти 40% людей, которые ведут такой одинокий образ жизни, это все-таки те 40%, среди которых люди с разной историей, да, это те, которые еще не были в отношениях и находятся, может быть, в поиске этих отношений. А есть люди, которые были в отношениях, но как результат их не устроили эти отношения, они отказались от них и тоже на данный момент являются одинокими людьми. Поэтому здесь, наверное, стоит условно различать этих людей, каким образом они оказались одинокими. Вот. Ну, а это мысль о том, что современным людям не нужна для счастья пара, она правда или нет? Есть такое? Я не знаю такой концепции, где человек может быть счастлив от общения с самим собой. Человек может быть один, оценивая себя как на предмет того, что насколько он там успешный, да, лично он, насколько он полезный, насколько он, ну, такой хороший человек, как, насколько вот он человек с каким-то набором отдельно взятых или в совокупе качеств. Но быть счастливым именно, у нас стойкое есть представление о том, что мы ищем вот это состояние паре, мы ищем это состояние в группе, и пока на данный момент ничто не указывает, что человек может самого себя сделать счастливым. А еще мне встретилось такое утверждение о том, что современным людям они не заинтересованы отношениями ради отношений, что если уж они решаются на отношения, на такие продолжительные, то это вот они будут искать того самого партнера, с кем захотят продолжить и создать семью, и продолжить род. Я тоже, в общем-то, подтверждаю, что современные молодые люди, которые ищут вот этого партнера для постоянных, а психологи говорят, для стабильных отношений, они очень серьезно подходят к этому вопросу. И, на мой взгляд, сейчас больше осознанности в выборе своего партнера, да, к нему предъявляется больше требований, эти отношения больше рефлексируются. И на самом деле это очень хорошо, что человек именно тратит время, может быть, разочаровывает себя от разных каких-то, скажем так, претендентов на пару, да, не всегда какое-то общение заканчивается удовлетворительно для него. Но вот это вот поиск для человека, что я хочу то, что именно мне подходит, сейчас связан в большей степени с ориентацией не на то, да, что было лет там 50, скажем, назад, что это нужно сделать, а именно как я себя чувствую с человеком, который вот на данный момент я общаюсь. Именно это и называется серьезные отношения,
вот, к выбору этого партнера. А в каком возрасте сейчас, ну, в среднем, люди начинают задумываться о серьезных отношениях с последующим созданием семьи? И психологи, и социологи отмечают, что сейчас молодежь для серьезных отношений созревает поздно. Есть даже мнение, достаточно экспертное мнение и психологов, которые занимаются возрастными особенностями подростков и молодежи, говорят о том, что сейчас подвинуты подростковые рамки. То есть классический подростковый возраст заканчивается в 17 лет. Сейчас достаточно широкая выборка молодежи, на которых сделано это исследование, говорит и подтверждает о том, что подростковый возраст у очень многих, ну, скажем так, людей заканчивается примерно к 20-21 году. А это означает, что это практически в студенчестве у них заканчивается тот самый подростковый возраст. Далее, что с ними происходит? Они еще находятся в студенчестве. Многие после бакалавриата продолжают обучение в магистратуре. Серьезные студенты наши, они, конечно, в большей степени, скажем так, озабочены своей учебой и поиском работы. И серьезное желание, которое возникает у них создать первичные серьезные отношения, возникает где-то годам 26-28, а у некоторых и 30 годам, в зависимости от пола молодого человека. То есть сейчас уже даже не ставится, что больше девушек раньше начинают серьезные отношения, чем, скажем так, молодые люди, парни наши. Вовсе нет. Вот такого стойкого развлечения, что девушки взрослеют сейчас для серьезных отношений раньше, нет. И парни тоже могут во многом опережать желание находиться в этих серьезных отношениях. А девушки могут успешно строить карьеру до 30 лет. Это так. Почему так произошло сейчас? Я думаю, что это связано прежде всего вот в последнее время с возникающими в обществе основными установками на то, чем должен заниматься молодой человек, девушка, согласно возрасту своему. А это поиск себя, это карьера, это везде абсолютно декларируется как правильный жизненный выбор. И второй немаловажный фактор, я бы даже не стала их в таком порядке, да, первый или второй, потому что у каждого это своя приоритетная история, это отношение собственной семьи к вопросам брака и карьеры. И во многих семьях вы увидите, что будь это ребенок женского или мужского пола, так или иначе, самым главным, с практически вступлением его в школу, является это обучение. Зачем? Для того, чтобы ты выбрал для себя профессию, нашел для себя важную профессию, которая тебя будет развивать, и посвящал ей большую часть своего времени. Это потом имеет вот эти последствия, связанные с тем, что даже вот обучаясь, они ищут работу, студенты, и даже и не одну. И у них просто по факту, может быть, нет времени для того, чтобы строить какие-то отношения. К тому, что я сразу хочу вам сказать. Вот именно в семье закладывается такое отношение, что если ты делаешь что-то, то делать ты должен это хорошо. Вот. Поэтому если ты работаешь, то ты работаешь, имей в этом какой-то смысл. То же самое. Человек не может в легкую, с каким-то легким отношением работать, учиться и строить какие-то отношения. То есть они могут у него быть самые первые и не столь серьезные, но он им будет придавать огромное значение. То есть там вопрос ответственности встанет, как в любых других вопросах его жизни. Взаимности обязательно, поддержки. Это обязательно будет даже в плане общения. Иначе смысла нет общаться и эти отношения как-то поддерживать. Но мне радостно это слышать, что да, так все да. обстоит. Именно такие у нас молодые люди. И для них вопрос, опять же, забегая вперед, брака стоит очень серьезно. Молодые люди не отказываются от желания
иметь семью, они просто очень серьезно к этому относятся. Возможно, более серьезно, чем поколение, скажем так, родителей или даже дедов и прадедов. Они очень серьезно. Они обложены вот этим ответственностью, долгом и так далее. По большей части это так. С какими проблемами начинают сталкиваться молодые люди, когда они уже созрели для того, чтобы найти себе пару? Угу. Что происходит? По статистике, что на 10 девчонок, 9 ребят, это оно существует сейчас? Ну, сейчас я пока не обладаю такой вот статистикой, говорить о том, в каком вот таком процентном отношении, да, находятся парни и девушки в возрасте, которому сейчас вот 25, например, да. Вот. Но я могу сказать, действительно, проблемы существуют. Они есть объективные, они есть субъективные. То, что мы говорим о объективных проблемах, да, это то, что действительно, вот я как практикующий психолог могу подтвердить, одной из серьезнейших проблем является рассогласованность внутри самой личности. Вот о чем идет здесь речь? Дело идет о том, что когда вот я от лица, так сказать, женской аудитории прокомментирую, да, в примере, вот молодая девушка, она все равно имеет внутренние какие-то ориентиры, исходя из которых она выбирает человека хотя бы для общения. И в наборе характеристик идут практически несовместимые черты, которые она предъявит к мужчине, к молодому человеку. Вот, например, он должен быть, скажем так, эмоционально интересным, да, он должен быть, работать на эмоциональную отдачу, и одновременно он должен быть эмоционально стабильным. И при этом ему должно быть, как и ей, лет так 25. Да к этому возрасту, в принципе, мужчина не может быть столь эмоционально стабильным, как хочет она. А дальше, если смотреть, что кроме вот этого параметра эмоциональности, она еще хочет, например, человека, который бы был и в поведенческом плане опытный, скажем так, он должен быть ответственный. И тоже упираемся вот в эту характеристику, если он ответственный, то эта ответственность тоже должна носить стабильный характер, чтобы на него можно было бы положиться, чтобы он ощущался как некая опора. Но он еще, правда, не умеет так себя вести без опыта отношений. И это тот самый молодой человек к своему там 20, 25, да даже к 30 годам, это человек, который вышел из контекста семейного, где там было еще много заботы о нем, и не все в своей семье позволяют ребенку вот в этих условиях, да, жить, где надо заботиться не только о себе самом, потому что всех детей приучают к самостоятельности, а заботиться еще и о близких. И вот этой привычки пока нет, она носит, ну, такой нестабильный характер, вот, потому что как лучше знают всегда родители, и они работают на опережение, они опережают как бы своего собственного ребенка. Поэтому это когда ощущается с партнером, что ты в самом начале очень стараешься понравиться, но этого нет постоянно. А потом я скажу о том, что есть еще такая вот характеристика, да, когда... Ну вот когда вы, ну, читали, нам так много говорят о том, что осознанно или неосознанно выбор все равно делается на тот образец, который закладывает у нас как бы родители. Ведь мы постоянно общаемся с кем-то в наших семьях, да, с определенными характеристиками. И вот понимаете, вот такой молодой человек, он привык к тому, что его понимают. Делают дополнительную работу, связанную с тем, что родитель для себя его понимает и пользуется достаточно эффективными инструментами. Он терпелив, он умеет ждать, он поддерживает. А когда мы выходим в те самые партнерские отношения, то столь терпеливым, столь внимательным, ориентированным на эмоциональное состояние другого человека и вот этим умелым действием сказать что-либо в уместный момент незрелые будущие партнеры просто не обладают, им еще надо этому учиться.
А потом еще есть и объективные показатели. Вот смотрите, девушка хочет ответственного, умного, интеллектуального, спортивного, сексуального, с чувством юмора. И когда спрашиваешь у нее, а вот сколько с набором этих качеств должно быть мужчине лет, я слышу потрясающий ответ. Она говорит, что ему должно быть лет так 25, ну 27. Вы понимаете, эти качества внутри, как она их себе представляет, они либо недоразвиты, либо к этому возрасту они просто отсутствуют. И найти такого молодого человека в этом возрасте, ну, можно. Но это скорее исключение. Она найдет с этим набором качеств мужчину более зрелого. Он будет больше относиться к возрасту ее отца. То есть это где-то лет так к 40 и за 40. Такого мужчину можно найти. Но тут будут отсутствовать важные для нее такие качества, как особая привлекательность, сексуальность, ну вот эта вот эмоциональная легкость и так далее. Вот. Желание быть активным, иметь активную жизненную позицию, ну и так далее. А что же делать с этими стереотипами, которые сформировались в голове? Я скажу, может быть, такую неожиданную для всех слушателей вещь. Надо разочаровываться, если честно, да? Потому что надо понять, да, в ходе какого-то общения, что ожидания, которые предъявлены к человеку, с которым мне хочется общаться, они не подтверждаются уровнем его возможностей. Вот. Поэтому, чтобы в этом убедиться, по крайней мере, надо общаться с человеком и видеть, вот что он реально может, а чего он реально не может. Но он потенциально сможет. Вот в этом надо как-то убедиться. А с точки зрения психологии, идеальная разница в возрасте, она есть какая-то цифра? Ну, конечно, она есть, да. Это люди одного поколения. А люди одного поколения – это возраст ровесников, либо в пределах 5 лет. Вот это адаптивный такой возраст, который позволяет людям быстро находить общий язык, потому что они сформированы одним поколением, скажем так, стереотипов, установок. Они учились примерно в одно время, у них были примерный круг друзей, да, вот они были охвачены такими социальными изменениями в обществе, которые понятны друг другу, понимаете? Вот. То есть им проще будет находить общий язык в пределах такой возрастной разницы. Давайте теперь перейдем к процессу выбора партнера. Да. Я читала о том, что есть несколько теорий, как это происходит. Во-первых, мы ищем похожих на себя людей. Да. Другая теория говорит о том, что мы ищем, наоборот, совершенно не похожих на нас. Потом третья о том, что мы ищем похожих на своих родителей, партнеров. И еще по запаху. Ищем по запаху не похожих на нас, соответственно. Еще одна теория о том, что схожих с нами по уровню интеллекта. Вот что из этого истины? Ну, на самом деле, и раньше, и сейчас остается представление о многофакторности выбора партнера. Вот. Все люди очень разные. И вот в поиске причин, какая же вот основная, наверное, причина, какой основной такой вот фактор, который на нас всех вот так безошибочно влияет, и мы, находясь под воздействием, да, его, все-таки с большей вероятностью выбираем человека для отношений. Ну, я больше, наверное, буду комментировать психологические теории, потому что я в них больше понимаю, да. Совершенно безошибочно действует та самая теория, которая на Западе, да, получил такое название, как, собственно говоря, выбор партнера по комплементарному принципу. Вот что это такое? По сути дела, то, что вы перечислили, отчасти это один из положений, одно из утверждений теории о комплементарности. И вот о чем идет речь? Во-первых, люди, которые составляют пару, они физиологически разные люди. Ну вот смотрите, если мы возьмем традиционную российскую семью,
да, ту пару, которая уже охарактеризовала себя как некой стабильностью, у них супружеский стаж. Вот внимательно посмотрите на них, и вы увидите, что комплементарность здесь будет выражена в том, что, например, ну, в классике жанра российской, да, мама эмоциональная, нестабильная, у нее в большей части такой холерический, сангвинистический тип темперамента. Она возбудимая и быстро переключаемая. Папа, он такой спокойный, выдержанный, молчаливый, немного эмоционально такой скованный. И в результате этого какая-либо ситуация в семье, она разворачивается с таким видением. Вот жена, она эмоционирует, а муж еще вслушивается. И когда эмоциональный выброс с женой уже сделан, муж уже начинает ориентироваться в отдельных коммуникативных аспектах, чему была посвящена эта тема. И, возможно, в конце он входит в состояние некого возбуждения, потому что он пытается увидеть логику излагаемого материала, а она уже к какому-то моменту успокоилась. И вот эта комплементарность, она помогает людям не уходить в ссоры и конфликты. То есть он просто не успевает так быстро на эмоциональном уровне среагировать, чтобы этот разговор перешел в какую-то напряженность. Это вот первый комплементарный принцип. То есть люди разного темперамента, со, с разными свойствами нервной системы, с одной стороны, они будут возбуждать друг друга, а с другой стороны, кто-то обязательно будет успокаивать хотя бы своей невключенностью в процесс. Другой комплементарный принцип говорит о том, что каждый раз в семье кто-то более ответственный, кто-то менее ответственный, кто-то более общительный, кто-то менее общительный, кто-то делает всегда попытки на кого-то оказать большее влияние, кто-то делает попытки оказать меньшее влияние. И это тоже тот самый фактор, который способствует тому, чтобы люди взаимодействовали, да, находили какой-то общий язык, но не уходили вот все время в какие-то там конфликты, потому что люди конфликтуют как раз-таки те, которые с общим набором характеристик. Например, вот у одного партнера есть такая эмоциональная реакция, как обидеться. То есть эмоционально дистанцироваться от другого человека, находя причины именно в отношении к себе самому, да, со стороны партнера. И у второго есть такая привычка обижаться. И они не могут договориться. Поэтому хотя бы, если эту привычку делить на двоих, например, один более обидчивый, а другой менее обидчивый, вот это та самая комплементарность. Вот. Конечно же, есть и другие теории, которые говорят о том, как люди находят. Я не хочу никого смутить, хотя, может, и могу этим. Но, опять же, вот есть такая теория, которая говорит о том, что мы ищем партнера, исходя из чувств, которые мы к нему испытываем. Очень часто, вот вы сами привели эту теорию в пример, что мы ищем партнера, и находим того, кому испытываем такой эмоциональный отклик, который мы называем любовью. В науке вот это понятие влюбленности, любви изучается. И считается, что на самом деле мы выбираем того партнера со сходным уровнем тревожности, который мы сами обладаем. То есть тогда, я скажу прямо и понятнее, да, вот насколько, наверное, я нуждаюсь в любви по отношению к себе, насколько сильно я хочу себя любить, настолько я хочу найти другого человека, который даст мне такую эмоциональную отдачу. И поэтому любой другой не может подходить, а только с такими вот сильными чувствами или умеренными чувствами. И вот это вызывает определенный уровень тревожности, определенный уровень эмоциональной отзывчивости в партнере, да? Потому что если партнер с более низким уровнем тревожности, он не вызывает во мне такого эмоционального отклика. И потом мне с ним скучновато. Мы мало говорим о чувствах. Многие действия мало у меня вызывают эмоций. Поэтому я с ним скучаю. И поэтому мне хочется
ну, дистанцироваться или, может, даже расстаться с этим человеком. Если партнер вызывает более высокий уровень тревожности, то есть он вызывает во мне гораздо больше переживаний, нежели я готова испытывать в отношениях. Вот такой партнер будет держать меня в страхе, в беспокойстве. Я буду все время настороже, я буду все время чего-то опасаться. Чего опасаться? Любая современная девушка или женщина, она найдет в этом контексте. Чего же ей от мужчины опасаться? И поэтому это тоже неподходящий партнер для отношений. Ну, Ольга Александровна, у нас не так много времени осталось до конца выпуска. Мы в следующей программе поговорим о том, где же и как найти того самого партнера, который будет соответствовать нашим уровню тревожности и другим нашим требованиям, заложенным в нашем сознании. Но в завершение этого выпуска я все-таки хотела бы спросить о теории двух половинок. Она существует? Есть ли такое, что изначально кто-то предопределен для нас, наша половина? Что психологи об этом думают? Наука не подтверждает эту теорию о двух половинок. Потому что, когда еще раз я говорю, что такое твоя вторая половинка? Вот, понимаете, в науке очень важно выделить предмет изучения. Когда мы выделяем вот этот вот предмет изучения, мы должны его описать. Вот как он выглядит. И вы, посмотрите, объективно сразу же натыкаемся на противоречие. Вторая половинка – это же не так, как я же выгляжу сама. Правильно? Это же, по крайней мере, человек другого пола. Поэтому я считаю, что вот научной теории тут быть не может. Но это может быть действительно серьезный такой ориентир на то, чтобы искать человека, который позволяет, помогает строить меня саму, достраивать и развивать во мне то, что еще нет. Но он точно не такой, как я. Да, то есть вторых половинок не существует, искать своего человека, да. Спасибо, Ольга Александровна. Всего хорошего. На сегодня это все. Мы продолжим говорить о том, как найти себе пару в следующем выпуске. Увидимся через неделю. До свидания. Спасибо.